Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». Сегодня пошел получать заказ на почте, а мне там вручили еще, блин, кучу посылок. Короче, сегодня у нас день Клондайка. Сегодня у нас посылочка из Кемеровской области от Володи, который мне сорожек в стриме отправлял. У него канал свой на ютубе ЛПХ Кубик. Из дырочки очень плохо пахнет. Ага. Что это? Это куколки. О, там живые есть. О! Блин, давайте собирать. Собирай, мы не гоним. Дайте мне баночку какую-нибудь. Нахер, смотри, она сейчас уползет, у нас будет дома много вот таких животных. Давай быстрее, баночку. Какую баночку? У меня нет баночек. Там сидят монстры. На вот такую. Я где тебе возьму баночку? Фу, господи. Что ты? Фу, он там руками ковыряет. Света, живых вытаскивать надо. Ну, сейчас, ну. Витя, иди помогай папе. Хочешь, скажу, что это такое? Парш? Да. Вот еще живой. Где? Вот он. Ты ножиком-то его аккуратней. Опа. Что, их в банку невозможно было посадить? Так они в коробочках, видать, где-то это, проползли. Ну, Костя, ты что их на этот, на стол посыпешь? Да фу, я пошла. Все сбежали. Света, ты что, помогай мне? О, вот живой. Это кошмар какой-то. Это не кошмар, это наживка. Это наживка. Медовуха? Медовуха. О, это классно. Она где? О, Света, не сыпь их только нигде. Он прилип. Он прилип к пленке. Некачественно коробку смотрю. Нет, они просто где-то проползли. Кошмар какой-то. Медовуха, Володя, дошла целая. Ё-моё, да там целая куча медовухи. Это уже куколка, да? Ага. Так. Какая куколка? С Новым годом. Вот такая, мама. Ну-ка смотри, это, наверное, конфетки. Не живые, это точно там. Конфетки? Сейчас вам как выпрыгнет. Это коробочка бывает под конфет. Кто выпрыгнет? Вино из своего винограда. О, клево. Виноградство тоже пахнет. Нет, это пахнет вот оттуда. Вино, это классно. Мед номер 2. Прикинь, целая бутылка литровая. Ну, там тоже мед же. Нет, там медовуха написано. Да мед там. Медовуха там написано. О, еще мед номер 1, смотри. Цвет разный у них. С Новым годом. Открой с Новым годом. Спасибо огромное, Володя. Света, ну-ка смотри, живые есть еще? Костя, конфетки, и тут написано... Да, папа, ты чего? Чего? Ты на меня тряханул. Да вот тряхан, вон там живые еще есть. Ну вы чего? Блин. Ко мне пленка примагнитилась, я испугался. Давайте пакет хоть положим, а? Кого? Вот эту пленку. Вложи в пакет. Давай сжигай сразу в печке, пока она работает. А что ты, пускай разбухнется. Нет, давай-ка в печку. В доме прям. Вот, пока она горит. Подожди. Да все нормально. Уже не горит. Ой, Костя, не хотел тебя отдать. Все, я ловить пошел. А? Ловить я их пошел. Как они, интересно, вылезли? Они вон запечатанные в баночке сидят. Ой, кошмар какой-то мистер. Чих. Что там написано? Где? Открой с Новым годом написано. Ну-ка, открой с Новым годом. У меня все чешется. Аккуратно. Правда говорю. Что-то брякает. Крючки мои. Ну-ка. А он это, он самодельные мормышки делает. Он мне говорит резно. Ну-ка, на, аккуратно. Угу. Что, мормышки? Да. Он сорогу хорошо ловит. Вот. А, это на окуня.
Оба. Вот это он, прикинь, сам делает. Интересно, так поставил, да? Клевые. Смотри, вот с пос временами. Угу. Угу. Все, давай, я продолжаю ловить. Давай. Давай лови и эту коробку тоже сжигай. Ты что, ты смеешься? Да вон куколки уже есть, а с них мухи вылетят. Да ну тебе. Я тебе говорю, потом можно этих мух приручить и сделать еще таких же вот ползающих. О, блин, сдох. Сейчас их надо будет в опилки и в холодильник. Боже, какой холодильник? Обыкновенный холодильник. Я не знаю. Еще в холодильнике их не хватало. Как раз там их хватало. Кошмар какой-то. Это не кошмар, это крутая наживка. Кого наживлять-то? Носорожку. А чем так пахло-то, я не пойму. Чем так пахло? Там мясо, наверное. Он им прикормку ложил в эту, видать. Ну все, в коробке нету больше. Все, живот. Давай сжигаем. Давай сжигаем. Все, сжигаем. Спасибо, Володя, огромное. Я думаю, как раз твоя сорожка на них и клюнет. Вот столько Володя выжило. Так что это все было не зря. Это ужасающе. Очень много сдохло. Ну и теперь подсказывайте, я их сейчас просто так вот в коробочке поставлю, в холодильник, опилок у меня нету. Что дальше делать? Может им бумажек накидать каких? И следующая посылка, она у нас от Вадима Радиковича из Уфы. Чё ты? Написано время получить подарки. Да ты чё? Большой, короче. Это скотч такой зеленый, что ли, или что? Или пленка? Как конфетами пахнет, так вкусно. Шоколадный. В Уфе же делают конфеты. Вот они, конфетки. Вот почему там написано «Один получит подарки». Вот, говорит, почему. О, нифига себе. Запахло весной. Спиннер. Спиннер. Покрутим. Такого я еще не видел. Кузнечики, Света, твои любимые. Мои любимые кузнечики. А здесь сюрприз. Да ты че? Да. О, нифига себе. Кто производитель? Я не знаю. С миндалем. Я не знаю. Ну-ка, прочитай производителя. Давай. Если б я еще что-то... Город Королев, Московская область. Угу. Я думал, это они свой шоколад из Уфы. Шоколад молочный. Минеральный. Клондайк. Я же говорю, клондайк. О, шоколад Спартак Горький. Это папин любимый. А, Кость, смотри, какая это упаковочка. Ага, я уже трогал. Ну, все. Все? Спасибо огромное, Вадим. Ничего себе, шоколад. Объедятся. Ну и напоследок очень огромная посылка из Твери. От всех, думаю, вам давно известного Валерия Ивановича и его супруги. Смотрим. Она просто огромная. А посылки даже об этой ни грамма не знали. Валерий Иванович тайком делает большой сюрприз. Что же там, говорит, вы узнаете в следующей серии. Он всегда это... чем-то заклеивать, что ли, коробки. Да, он запаивает, видать, с этого, с пистолета. Да. И они не разваливаются у него, видишь, никогда. Валерий Иванович все предусматривает всегда. Всегда все аккуратненько. Ну что-то ж.
пошел никак. Никак не пошел. Ну ты аккуратно по краю крышку так разрежь. Что он, я тебе говорю, припаивает там все. Сейчас я. Вот она, сама крышка, видишь, она приделана. Ну. Ага, точно, вот пистолетом там все заклеил. Я попала в что-то, наверное. Или что это? Клей. Это клей. Ну тут, как обычно, клондайк. Это надолго. Так. Леска. Леска. Диаметр 20 миллиметров. Вот. 0,20. Тут одинаково, да, Кузька? А, 25. 0,25. Во, на Харюза. На весну. Темный шоколад. На лето, на спиннинг. Темный шоколад. Открывай. Открывай что-то. Открывай все по порядку. Магнитики. Магнитики. Свинюшки. Ну, это папе. Это на холодильник. Крепкого здоровья. С подковой. Иди сюда, давай ее. Магнитики, я говорю, на холодильник. О, блин. Ты переверни ее. Тут прям отдельная тема. Мормышечки. Ой, блин. О, смотри. Нифига. Тихо, Витя. Я уже увидел. Нифига это все. Это круто. Прикольно. Да? Ну ты что там, давай помогу. Я отцепить хочу. У меня рука-то занята фотоаппаратом. Ну, ну давай я тебе помогу. Ну-ка, отцепи. Вот это на Харюза. Вот это класс. И крючок супер вообще. Сама прям то. Прицепляй. Вот еще одна такая же. Половину сани выделю. О, карабины на перемет. Вертлюги здоровые. Угу. Ну. Тест. Ага. 140 килограмм. 110. 140. 110. Вот смотри, какая рожа. Ага. Слушай, у нас таких нет вообще. У нас они таких... раскручиваются, да? У нас таких не бывает вообще. Они раскручиваются, Кость. Ну-ка, посмотри. Ага, разъединяются. А, нет, нет. Нет? А это так вот нет, он так крутится. Но... Это стуколка, видишь? Тройник к ней отдельно прицепляется. Че, их сюда, в баночку? Вот эти вообще клевые, да? Вертлюги? Нет, вот мормышки. Да, мормышки вообще, вот эти вообще классные, на Харюза, черные. Эти. И крючок что-то крепкий. Что-то вот тут написал. Ага. Эти я. Эти светятся. А, светятся. Светящиеся. Ага, светящиеся. Угу. Ложи сюда, пока. Видимо, эти тоже светятся. Это еще не все. А тут блесенки. О. О, смотри, какие прикольные. Ага. Рыбки. Это на что это? О. Это на окуня. А, окуня, да? Весной, когда рычим на речках, где харюзу ловим. Ну, такую я рыбачил тоже. Плохо их щукой тоже часто хватает. Вот такая-то вообще классно на окуня. Типа маленького кастмастера. Почти с загибулиной. Класс. Наоборот. Почему? Ну, наоборот. Все, положилось. Вон эту штучку. Валерий Иванович все упаковал. Ну, прикольно. Классная коробка. Угу. Дальше у нас идет... Это, наверное, полотенце. Это, ну... Да? Да-да, для кухни. Угу. Что написано? Ничего не написано. Полотенчики. Ну. Темный шоколад. Ну, шоколада, блин. Ну, наверное, полотенчики. Хоть уешься.
Бабаевский. Бабаевский. Это чего? Бабаевский. Ферменный, папа. Какой? Ферменный. Ферменный? Фирменный. Ферменный. Бабаевский. О, фава Бабаевский. Подписали. Там подписано, аккуратно бумажку сними. Удочка учебная для Витька. Учебная. А, точно учебная. А ты что сказал? Я думал, удочка. Ну, вот покажи. Учебная удочка. Это спиннинг, наверное, да? Витя. На. Да, спиннинг. Витёк, будешь ломать спиннинг. Что там? Пахнет медикаментами. Это закрути. Чем? Медикаментами? Да. О, приправки. Угу. Пахнет, говорит, медикаментами. О, травка. Я не могу вытаскивать, давай. Рука у меня одна. Базилик сушеный. Базилик, я даже не знаю, в чем он идет, кстати. Да, прочитать. Прочитать-то недолго. Корица целая. Базилик, прованские травы. Прованские травы. Кумин. Кумин. Лимонная кислота. Лимонная кислота. Прованские травы. Сумочка. Сумочку пока уберем. Ну? Что это? Универсальная приправа. Вот еще одна такая же кость. Для первых, вторых блюд. Угу. Во. Это что? Это полотенце. Ага. Это не полотенце. А что это? Не знаю. Ну это полотенце, ну, просто это... раз подвешивал красиво, чтобы нет, было. Нет, наверное. Ну это... вот написано же, тут прочитай. Производитель ткани. Не написано здесь, что ну, это. Ну и ладно, значит, это полотенце. Это на чайник, наверное, это, накидка, нет? Да ну нафиг. А, полотенце сувенирное. Ну тоже. И вот. И что, ну просто, чтобы красиво, ну, висело. Деревня, да? Ну да. Красиво, чтобы висело. Давай дальше. Чай вытащила. Носочки. Свети. О, нифига себе! Вот это да, вот это в поход, прикинь, сколько она это в граммах. Не знаю. 0,7, наверное, где да? Написано. Может быть. Надо открыть, что ли, чтобы чехол снять. Нет, там, да. СССР. Что там, снизь емкость? Нет. 32 у нас. Нет, нет. Ну, не написано. Измерим. Не знаю. Чего только не увидишь на белом свете. Да? Так, чай. Чай. Чай же? Да, чай. Green tea. Зеленый чай. Зеленый, а этот черный. Черный. Это все тогда дальше. Это тоже черный чай. Это тоже черный чай. Так. О, лаврушка. Костя, на рынке куплено свежие ветки лавра, дома высушены. Получается свежак. О, нифига, свежак. Че как? Угу, пахнет. А, ароматный. Давай. Сам сушил, получается. Ну, давай дальше. Да весь стол уже завалили. Ой, сейчас это сделаем.
Это что такое, Витя? Приправа для рыбы. Ты читай, Витя. Читай. Прованские травы, корица. Ты что, кверх ногами читаешь? Гвоздика. Целая. Приправа для рыбы. Прованские травы. Имбирь. Правда, здесь столько. Чего себе он в коробку заслал? Вот в такую коробку, да, с такой коробки вообще, целый стол завалил. Это вообще. Ну, вот это все, короче, это приправа. Кориандр, гвоздика. Кориандр, корица молотая. Молотая корица. Приправа для рыбы. Столько рыбы не бывает. Это любимым папин чай. О, это каркаде. Мой любимый чай. Каркаде. Вот это я обожаю. Доставай. Что там? Не знаю. А, в этой баночке всегда понятно, что лежит. Спирт. Ну, конечно. Валерий Иванович готовит кариузу. Ну, ты открой. Витя, открывай. Вдруг я не прав. Давай это, где ножик? А, ножик клеёный. Сейчас другой. Давай. Ну, на, Витюха, открывай. Открывай. Стопудово не ошибся. Нет, конечно. Нет. Там еще и конфеты есть, видишь? Там пахнет. Это для утрамбовывания. Нет, это для закусить, видать, сразу. Это как раз вот эту фляжку. Чик, и на первую рыбалку. Ага. Дорогу топтать. Мокро? Угу. Как мокро? Мокро, дай понюхну. Нет, не мокро. Конфетами пахнет. Не, конфетами пахнет. Что это? Сумочка пахнет. Ну-ка, распечатай. На пояс одевай. Угу. Ага, точно, коробочку с блёсниками. Раз туда, да? Но. Отлично. Ну, разворачивай. Ну а что, носки там мужские? Мужские. Это уже что-то другое. Байбек. Угу. Ложись сюда. Давай. Мочки что-то, да? Тоже не помню. О, это что за гольфы такие? Ну, они на замке. С замками. А что это? Уже я не знаю. Я тоже не знаю. Что, нету этого? Ну, это вот так на ногу надевается. О, а это... Раскрываешь, короче, и надеваешь. Термо, может, что-то такое? Может быть. Угу. Может, Валерий... какие-то лечебные кости? Да, Валерий Иванович напишет потом. Раз мы сами догадаться не можем. Ну, я не знаю. На эти что-то. Вот еще носочки. Еще носочки. Вот стельки, кости. Ага, войлок. Стельки. Вот еще одни стельки. Ложи сюда. Угу. Забирай сумку. Что там у тебя еще? Ремень. А это к сумке, наверное, ремень. Нет? Наверное. Или что это? Я что-то не пойму. Ну-ка, подожди, Вить. Что это? Это просто ремень какой-то, Костя. На что это? Надевается ничего. К сумке, наверное. Да это не к сумке, но я не знаю. Ну это просто, наверное, к чему-то. Это на ружье ремень. А, да? Да, конечно. Открывай сумочку. Еще, наверное, приправки. Еще целая куча приправ. Да. Универсальные там всякие разные. Ладно, разбирать не будем. Это понятно, что там приправа. Полотенце. Это не полотенце.
Я уже вижу, что это не полотенце. Это футболка. Это футболка. О, это маме. О, нет, со щукой. Ну-ка, покажите. Это смотри, папа. Какая щука, которая тебя укусила. Ага. Трофейная, это тебе футболка точно. Ну-ка, прикинь, пойдет. Которая меня укусила? Да. Как меня укусила щука? Она вернулась. 4 икса. Это пойдет? О, я видишь. Я же еще разжирею далеко. Там будешь еще рыбалить в ней. И тебе точно такая же клюнет. Ну давай, доставай. Ну коробку убери со стола. Что-то, блин, вообще уже не влазит прямо никуда ничего. Давайте вот так. Вот это вот сюда. Ну давай, открывай. Ой, это что? А, это в гараж, наверное. Это в новый дом пойдет. Точно, смотри, это мобильники какие-то? Да, автомат к счетчику. А. Чик-чик. Чик-чик отдельные есть. Крепежики, вся фигня. Если еще пойдет. Ну-ка, сколько он ампер? А где ты прочитал? Я не разбираюсь в электричестве. А это 10. Вот. Ага, вот 10 да, тоже. Да. А сколько? Видишь, собрать можно, сколько надо там. Угу. Чик-чик тебе. Угу. Еще. Вот такой мы искали в этом году. Да. До 20 ампер мы искали. Вот такой бы нам а уже этот не сколько? Это 16, да? Да. Ты что, туда сложу коробочку, да? Да. Спасибо огромное, Валерий Иванович. И супруге вашей вам огромного, большого-большого здоровья, еще долгих-долгих лет жизни. Спасибо большое. Вообще. Да? Надо же столько напихать всего. Большое спасибо.